В ДТП на трассе Екатеринбург-Серов пострадали 3 человека. ЧП произошло на 269-м километре Серовского тракта. Столкнулись грузовая «Газель» и «Шкода Суперб». Как сообщают полицейские, водитель грузовика не справился с управлением на мокрой дороге и выехал на встречку прямо перед легковушкой. Удар был настолько сильным, что у грузовой машины кабина отделилась от рамы и вместе с кузовом отлетела в сторону. Водителя иномарки зажало в салоне автомобиля. Мужчину извлекали спасатели. Хозяина и пассажира «Газели» госпитализировали. Подробности ЧП устанавливают следователи.